Доброго времени суток, дамы и господа, я с сожалением сообщаю, что внезапный краш системы убил мой профиль в Windows, а заодно большую часть моих паролей, которые по моей глупости хранились в виде файлика в глубине папок на одном из дисков. Так что у меня было потеряно несколько паролей, большинство из них удалось восстановить. К сожалению, группу ВКонтакте и профиль ВКонтакте восстановить не удалось, и поэтому у меня новый профиль ВКонтакте, и у нас новая секретная группа. Здесь нам приходится начинать с нуля, увы и ах, но надеюсь, вы поймете и проявите снисходительность. Ссылки в описании к видео на главной странице канала, добавляйтесь в друзья, заходите в секретную группу, надеюсь на вашу поддержку и понимание. На этом все, спасибо, что досмотрели до конца.